Ты можешь их сзади зайти, потому что подрезать тупо за мной летит. Он прям просто высоту набирает и все. Можешь попробовать. И спидфайр на меня заходит тоже. Они у меня прям тупо как будто на шести сидят и все. Не, спидфайр за тобой пошел, поток, аккуратно. Да, у меня скорость еще запас есть, я могу прям. А вот я на спидфайре зайду. Зайди, зайди, пока он на меня. Он прям на меня поворачивает. Все, он вниз ушел. Я даже могу сейчас перевернуться, проатаковать его разочек. Все, километр до него. Бля, опять мимо. Да что ж такое? У меня 72 патрона, кстати. Точно так же промахнулся. Он на тебя заходит. Не хватает скороподъемности у него. Не, смотри, достал чуть-чуть. Пробую, пробую, пробую. Давай, 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 отвлекай его. На. Еще фото на память сделал. Очень красиво сейчас убил. Он прям завис в воздухе, короче. Не попасть было очень сложно. Ну видишь, прям вертикально вниз полетел, обломки. Да, его вытащил красиво на свечу. Ну, вообще, прям развели. Заходи на это, он за мной летит. Зашел, сейчас буду бить. Он тебя вообще не видит, он по мне стреляет. Занят. Попал. Хорош, хорош, хорош. Красиво, да, их? Да, да, да. Все одного, потом второго. Так что там их два внизу. Один бык этот остался. Ой, я залез аж на 4000. Я тоже, да, сейчас офигел. Посмотрел. Я прям планирую на него с выключенными движками. Попал. Че, буду бить тоже. Эх. Получил. А, нет. Он взорвался, короче, опять так же. Масляного бака. Уфу, топливного бака кого-то повредил.